Доброе утро, дорогие подписчики. Такой прекрасный день. Я в этот день бы хотел всех поздравить с праздником Победы. Сегодня день Победы, 9 мая. В этот день наши деды победили фашизм. Вот такие цветут деревья. Радуется природа. Вот так. И поздравляю всех с праздником этим 9 мая. Хочу, чтобы всех было мирное небо над головой, чтобы больше никто не видел войны. Чтоб только было мир, добро, любовь. Вот так радуется природа. И тут красиво яблони. Так что деды наши не зря защитили родину. Победили над фашизмом. Вот такие цветочки красавицы. Вот так. Петухи кукурикают. Баранцы пасутся. Так что всех с праздником. Еще хотел бы заметить, что сегодня тесте моему было в день рождения. Но царство небесное нету тестя живых. Ну, а живым здравия, а ветеранам спасибо за победу. Вот так. 9 мая в деревне Рудовка. Утро, солнышко, сады, горобцы, петухи. Так что кому нравятся такие видосы, ставим лайки, пишем комментарии.